Друзья, привет! Я сейчас нахожусь на озере Тургаяк. Его называют жемчужиной Урала. Очень чистое, красивое озеро Тургаяк. На этом озере, на острове так называемом Веры, или близ этого озера, даже есть дольмены. Есть подводные дольмены, которые находятся на глубине. И смотрите, как это озеро выглядит в конце октября. Сейчас уже конец октября. Как оно выглядит. Сейчас вот очень сильно шел снег, и он был похож, озеро было похоже на как будто Северное море какое-то. Берегов не было видно. Это прям как Северное море. Красота. Озеро Тургаяк начинает замерзать где-то в конце ноября, в декабре. Оно долго прогревается и долго остывает. Глубина, ну, если по карте судить, метров 30, самая глубокая. Вода очень чистая, прозрачная. Берега не видно. Отвесные берега практически. Вот такая красота у нас на Урале.